В дом напротив приехали пожарные машины. Серьезно? Да. А что там происходит? Кого что там? Ну хватит уже снимать. Что-то где-то, наверное, кого-то там. Может, мусоропровод? Дыма из окна ни у кого не видно. Там еще вторая стоит машина около шлагбаума. Пошли в второй подъезд. Не открывают им. Прям целых две машины. На улице меньше -5, может быть, у кого-то что-нибудь закоротило. О, вошли.